Постановочный обед Путина с колхозниками насмешил сеть. В Твиттере подняли на смех президента и премьера России, которые пообедали с простыми колхозниками. Владимир Путин и Дмитрий Медведев поехали в Ставропольский край, чтобы якобы посетить яблоневые сады и пообщаться с простыми рабочими. Для очередной показухи президент и премьер России заехали на одно из предприятий региона перед совещанием по вопросам развития сельского хозяйства. Информацию о визите Путина и Медведева в Ставропольский край обнародовал один из пропагандистов Кремля Дмитрий Смирнов. Он также обнародовал фотографии, которые сразу подняли на смех. Борщ и котлеты с пюре, салат и компот, Путин и Медведев на обеде в садовом хозяйстве «Рассвет», написал Смирнов к снимкам. Пользователи социальных сетей стали шутить и подметили, что компанию Медведеву и Путину составили сотрудники спецслужб, а визит на предприятие – очередная показуха. Пишут они в комментариях под публикацией: «Путин не ест, Путин не пьет. Да не Путин это. Их штук 20 уже и все разные. Хватит дурить наивных, колхозники в звании полковников, не меньше, показуха». Социальные сети недоумевают, зачем был нужен такой дешевый спектакль. Спасибо, что смотрите наше видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Всего вам доброго. До свидания.